утра на FM. Все к лучшему. Всем оставаться на своих местах, никто никуда не выходит, потому что интереснейшая беседа с певицей Лой на телерадиоканале «Страна FM». Валерия Майорова и Кирилл Исаков ее поддерживают. Да. Привет еще раз. Привет, привет, Лоя. Ну, скажи мне, пожалуйста, вот бывает такое у тебя, что ты просыпаешься с какой-то песней с утра? Идешь такая в душ, а у тебя в голове играет что-то? Вообще, мне на будильнике стоит песня, поэтому я всегда просыпаюсь с песней. А какая? А это группа Coldplay. А какая песня? Ой, я так люблю песня Yellow. А, ну это Лепса песня. Упал в небо, вот это, да. Ну, забрали просто на Григория. А бывает такое, что ни с того ни с сего прилипает песня? Да, очень часто, прям вот, не знаю, новинки в основном какие-то. Витя прилип к тебе сейчас? Витя точно прилип на весь день. Ну, Витя надо... У меня причем у знакомых сын недавно родился, Витя, я думаю, что они эту песню очень часто сейчас слушают. А это когда мама его рожала, уже когда начались складки. Витя, надо выйти, да? Витя, ну тебе уже надо выйти, давай, хватит мамку мучить. Слушайте, я вот просто по поводу того, как ты рассказала, как ты добиралась, как ты лезла через забор, я ведь знаю, что есть в твоей биографии такой момент, ты работала курьером. Да, и такой момент, я тоже так же добиралась. Тогда ведь не было никаких навигаторов. У тебя что, врожденное чувство направления? Как ты находила все эти адреса в столице? По карте. Следопыт такой юный. Ну вообще, если у меня нету карты, если нету навигатора, то у меня просто дезориентация. Я вот не могу ничего найти. Я могу стоять на том месте, которое мне нужно, но не понять, что я именно там, где мне нужно стоять. А это не работает, что мох там на северной стороне здания растет? Нет, я сразу какая-то рассеянная становлюсь. Ну, у меня тоже топографический кретинизм, я тебя вообще прекрасно понимаю, что у меня даже было правило такое, что когда выходишь из метро, и тебе нужно куда-то пойти, а ты не знаешь, вот куда я первое подумал, надо идти в противоположное направление. Вот стандартная ситуация. Это прям женская логика практически. В общем, да. Фактически, да. Слушай, а вот недавно мы тему обсуждали на этой неделе. Куда тебя навигатор заводил? Были какие-то курьезные случаи? Вот девушки писали, что практически на Манежную площадь выезжали, потому что навигатор говорил, едьте туда, туда можно. Только в тупики разные, непонятные. Жизненные. Ой-ой-ой, это тупик. Ну, слушай, надо доверять на самом деле только себе. Мне кажется, ты сама себя не подведешь. Слушай, есть у нас такая рубричка коротенькая, она называется «Продолжение следует». Мы даем начало фразы, тебе нужно ее продолжить. Интересно, ты готова? Хорошо. В мужчине главное... Чувства. Чувства? Просто, окей, зрение, осязание, да, вот эти. Окей, если домашнее животное, то... Шиншилла. Я плакала на фильме... «Роза темналая» почему-то всплыл мой клип, я не знаю. Я могу есть без остановки, что... А морские гребешки. О, неплохо, полезно. Больше всего в метро мне нравится... Ездить. У меня в холодильнике всегда есть... Пусто. Место у тебя всегда есть. Мое коронное блюдо — это... Куриное филе со сливками и болгарским перцем. Отлично. Ну и последнее. Больше всего я люблю отдыхать в... Или на... Черногории. В Черногории. Черногорская ривьера. Друзья, на этой оптимистической ноте мы сейчас прервемся, а потом вернемся к беседе с Лоей.
Очень многие интересные вещи остаются за кадром. Прямо сейчас была прямая трансляция Лори в интернет. В Инстаграме, да, мы обещали? В Инстаграме была трансляция. А вот все болтали, а я танцевала. Да. Что я думаю, все болтаю, немножко танцую. Почему мы говорим про интернет, друзья? Потому что vk.com/strana.fm уже пост есть на нашей страничке и задают тебе вопросы. Да. Ты готова? Надеюсь, не пошлые? Нет. Хорошо, тогда готова. Я бы даже сказала, слегка фантастические. Ты хотела бы жить или побывать на другой планете, либо полететь в космос? Да, конечно. На другой планете, не обязательно в космос. В космосе делать нечего. А там же просто в невесомости как такой дотик летаешь себе. А на другой планете... Какой хороший вопрос. У меня даже есть песня «Девушка с другой планеты». Я себя так назвала. И вообще я представляю свою собственную планету, которая не похожа ни на какие другие. Лой, ну а вот если серьезно так отнести, сейчас же группа поселенцев готовится на Марс, да? Они собираются все здесь бросить и лететь годы и там строить. То есть могла бы ты так всех бросить, никого больше не увидеть, чтобы потоптать планету на самом деле? Нет, нельзя же Землю бросать. Нельзя. А видите, что делают высокие цены на квартиры в Москве? Люди готовы на Марс лететь, туда селиться. Ужасы. Ужасы какие происходят. Ну, задам я тебе этот вопрос. Оксана Горбачева тоже спрашивает ВКонтакте. Какая любимая песня у тебя? У меня очень много любимых песен. Просто я, как сказать, действительно... Песни, они очень красивые во всех жанрах, их множество. Я не могу сказать, что есть какая-то одна. Я могу выделить артистов, да, группы определенные. Mm-hmm. Уитни Хьюстон, Майкл Джексон, извините, Тони Брэкстон, Coldplay, Maroon 5, из российских, Леонид Агутин, Валерий Меладзе. Я могу перечислять вообще, честно, очень до долго. До бесконечности. Да. Музыка, она бесконечна, действительно. Поэтому «Бесконечность» — моя любимая песня. Можно я вот такой девчачий вопрос про внешность задам? В 2011 году, цитирую, Лоя претерпела многочисленные изменения во внешнем виде. Неотъемлемой частью имиджа становятся бантики. Она обретает кукольный образ малышки, над которым работал стилист Александра Белоус. Ага. Скажи, пожалуйста, тебе самой близок вот этот вот милый образ? Или ты все-таки внутри бунтарь? Внутри у тебя татухи, понимаешь? Нет, внутри татухи. Снаружи бантик, а внизу корсет кожаный. Нет, не так. Я вообще, конечно, немножко бунтарь бываю, но в целом я лояльный, милый, добрый человек. Вот так вот. С бантиком. С бантиками. Есть такой момент, что скоро ты выйдешь из этого милого возраста и все-таки войдешь в некий подростковый бунтарский, твой имидж резко сменится. Да. Да. Ага. Да, и так сейчас возможно. Поправила локон, а там выбритая часть головы фиолетового цвета. Вот такое бунтарство такое. Друзья, снова нам нужно прерваться. Это такая традиция нашего эфира. Но потом мы вернемся и продолжим интервью с Лоей. Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое ёлки со мной? Сказал бы, что ли, доктор какой? То не отхожу от холодильника. В темноте он вместо светильника. То весело без явных причин. Да просто я остался один. Я не могу уснуть вторые сутки, что будет дальше, даже думать шутка. В голове лишь дым, я не могу больше быть один. И никто не капает на мозги, можно посидеть чисто по-мужски. Весь день лежу, смотрю в потолок, опять забыл полить твой цветок. Можно бы, конечно, но все не так. Хоть бейся головой о дверной косяк. Посуду вымыл и сварил суп. А все-таки она лучший друг. Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать шутка. В голове лишь дым. Я не могу больше быть один. We'll be right back.
сон-то не подведет. А вдруг я уйду, она придет. Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать жутко. В голове лишь дым. Я не могу больше быть один. Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать жутко. Страна FM. Все к лучшему. Действительно, все к лучшему. К великолепнейшему. Конечно, у нас же Лоя в гостях. Лоя, привет еще раз. Привет. Привет всем. Валерия Майорова, Кирилл Исаков. Продолжаем интервью. Много чего хотим успеть спросить. Да, я вот все про подростковый возраст. У меня, знаете, один вопрос вытекает из другого, а вы так резко все прыгаете. Скажи, ты вообще в подростковом возрасте отжигала, намучились родители с тобой? Или ты всегда ходила такой, да, я согласна. Нет, в подростковом возрасте я чаще, конечно, вела себя плохо. Например? Я со всеми ругалась, мне даже очень стыдно. Я маму иногда могла обидеть, сказать ей что-нибудь грубое, и я очень стыжусь теперь этого. Ну, ты такая, да, как персонаж из фильмов «Гай Германики» была? Нет? Не знаю, о чем так, ты. Ну, а че, ты не смотрела? Нет. Да чего меня не понимать? Ну, там все вот так вот разговаривают. Слушай, в ее вот фильмах. Вот я взрослый человек, у меня до сих пор еще психика так не сформировалась, чтобы этот фильм посмотреть. Да ладно. Надо, полезно. Нет, не хочу. Нет, не хотите? Ну, как хотите. Я достаточно быстро мнение меняю. Скажи мне, пожалуйста, у тебя есть опыт творческий, как работы сольной, так и работы в группе. Вот чем принципиально отличается работа в коллективе и сольная карьера? Ну, в целом, когда ты работаешь сольно, все равно у тебя есть коллектив. Это много людей, которые вместе с тобой, всегда рядом. Но в группе у тебя немножко другое мышление, потому что вам нужно сделать все втроем. Ну, или вчетвером, в зависимости от группы. А может быть, и в двадцатером, как в Ленинграде, да, в группе Ленинград? И поэтому, конечно, сольно мне проще, чем быть в группе. То есть ты такая, ментальный лидер. Да. Лидер мнений. Это я. Ты так сильно кулаком-то по столу не стучи, развалится. Кружка даже треснула от удара об стол. Ну, я могу спросить. Давай, так скромно. Слушай, в свои 11 лет ты написал уже первую песню. Я так поняла, эта песня была на английском языке. Да. Она называлась «I love you». Нет. А как? «My love». «My love». В кого? Ну, в принципе, близко. Кто так покорил твое сердце в 11 лет? Кто этот мужчина? А это не мужчина, это парнишка. Мальчуган! Да, в общем, такой был обаятельный парень. Он ел грязь, я увидела, как он это делает. Нет, он просто всегда был в центре внимания и привлек, конечно же, и мое внимание, но все равно у нас с ним, к сожалению, ничего не срослось, потому что он был недоволен моей внешностью, он говорил, что я плохо выгляжу, потому что я постоянно хожу в одном и том же, а у меня не было средств покупать себе много разной одежды. Это вот смотри, чувачок, что ты потерял. Вот смотри. Слушай и смотри. Только сейчас смогу себе позволить, а раньше, к сожалению, нет. Вот мы и расстались. Давайте-ка прервемся, а потом добьем его. Добьем. Страна FM. Все к лучшему. Темноты боятся, скелеты в шкафу, рвется от нагрузки. Всемирная сеть, нам двоим достался один парашют. Значит, прыгнем вместе и будем лететь. Ты так прекрасна, моя любовь. Как много лайков у нас с тобой. Котенком стою под дождем, ты в нарядном платье встречаешь весну. Мы все ждем чего-то, куда-то идем, и все время платим, а цены растут. Ты так прекрасна, моя любовь. Много лайков у нас с тобой.
день нарезан, как праздничный торт. Жаль, кусок все время идет мимо рта. Свежий комментарий, что я уж не тот, не меняет факта, что ты еще та. Все так же прекрасна моя любовь, как много лайков у нас с тобой. Ты так прекрасна, ты так прекрасна моя. Слушай, смотри, страна FM. Ну а наш прекрасный дуэт набирает лайки в нашей группе ВКонтакте. Вопросов все равно больше и больше. Обязательно их зададим, но пока. Пока у нас настало время рубрики «Сексуально обо всем». Должна звучать барабанная дробь. Сексуально активно обо всем. Да, сексуально активно обо всем. Сегодня, 3 февраля. Вся так. Япония в едином порыве отмечает великий праздник Сацибун. Так он называется. И сейчас, друзья, какое-то в рубрике... Какое-то подозрительное название, да, вам не кажется? Да, мне тоже так показалось, как название какой-то группы панковской. Да. Вот. И сейчас в рубрике «Сексуально обо всем» Лоя расскажет нам о Сацибуне. Итак, крепись, друзья, давайте поддержим Лою. Итак, Сацибун, что же это? «Они ва а сото, фуку ва а ути». Этот крик непременно раздается на площадях, в домах и специально устроенных площадках для японцев. У-ля-ля. «Злой дух прочь из дома, счастье входи в дом» означают эти слова, которые сопровождаются разбрасыванием сухих соевых бобов. Бобы летят иногда, попадая в разбрасывающих, в терпеливых зрителей и проходящих мимо. Этот обряд называется «Маме-маки», один из главных ритуалов старинного фестиваля Сацибун. А потом все эти люди друг друга целуют и бросаются помидорами, потом размазывают их по волосам, кричат «мума-мума» и убегают куда-то за кулисы. Лоя, больше ничего не говори, это ты придумываешь сама. Друзья, вы поняли, да, для Лои подход надо быстрее оттормать, чтобы как бы скорее закончилось. Я тут что подумал, если бы в программе «Спокойной ночи, малыши» была бы рубрика «Поговорим о сексе», вот Лоиным бы голосом она была бы: ребята, сейчас мы узнаем. Ну что, это... Подождите, а мне нужно было это сказать сексуальным голосом? Да! Это был сексуальный голос, что у всех разные предпочтения, говоря об этом. В любой непонятной ситуации говоришь, что так и было задумано. Да, вообще-то это сексуальный голос был. Может так. Как начинался твой творческий путь, спрашивает Надежда Корзнякова. Да, Корзнякова, Надежда. Творческий путь, наверное, начался в самом детстве, когда мне привили вот любовь к музыке. Когда я начала заниматься фортепиано, у меня уже вот начался определенный творческий путь. Скажи, а прям сразу любовь началась? Или вот эти бесконечные гаммы, ты думала, ну мама, папа, ну я гулять не, хочу? Не, я была младше гораздо. Нет, еще. Нет, думала так, мама, папа. А, кстати, песня. Мама, а, уже было, подожди, да, по-моему? Просто в младшем возрасте тебя гулять не выпускали, что ли, получается? Только как? С фортепиано. Не выпускали, но я чаще убегала сама через окно, я выпрыгивала из окна и шла гулять. Причем я одевала самое красивое, что у меня есть, либо что есть у мамы. То есть мне нужно было вот взять что-то интересное. Также я использовала шарики надувные, вот эти я их... Ты спускалась на них? Нет, нет, я просто натягивала шарик на кран, наливала туда воду, и получались такие... Капитошка, это называется. И я их вставляла в мамин бюстгальтер и выходила гулять, как бы уже такая взрослая, классная, симпатичная девчонка. Страна FM. Друзья, много у нас поводов сегодня для радости. Но, во-первых, мы отметили Сацибун, японский праздник. Во-вторых, сегодня, 3 февраля, была основана коммунистическая партия Вьетнама. Но это все меркнет по сравнению с тем, что у нас в гостях Лоя. Ура! 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 Да, я хотела тебя спросить, то как-то ты разоткровенничалась сегодня и про вот эти вот водяные штуки, и про свою первую любовь. Ты, как все творческие люди, ранима наверняка. Вот бы всегда ли ты была уверена в своих силах или в какой-то момент были сомнения? Вот в той же самой внешности, в манере одеваться, в манере как-то вести себя вот в мире шоу-бизнеса. Как ты с этим совсем справилась? Легко. Не знаю, я просто... Не было легко.
Может быть, как-то себе где-то переживаю, но закапываю это очень далеко-далеко, и мне гораздо проще от этого. Главное, хорошее настроение, улыбаться, и все вообще, абсолютно любая проблема может решиться. То, что тебе не нравится, как ты выглядишь, или еще что-то, не знаю, меня это вообще не цепляет никак. Слушай, ну волшебная у тебя действительно улыбка. Ты заходишь, все озаряешь, и сразу как-то пространство даже преображается. Просто надо быть проще и относиться к себе спокойно, нормально. И очень тебя поддерживает твой фан-клуб, да? То есть у тебя там 15 тысяч. Я их очень люблю, мои самые-самые любимые цветочки, я их так называю. Кстати, твои цветочки пишут тебе вопросы. Да? Ну-ка. Лоя, расскажите про ваше первое свидание. Мария Забияка пишет. Что все так, все про личное. Первое свидание, ну вот что я вспомню, может быть, это и не первое, а 28-е, но как-то мне понравился один парень, опять мне. Да, и я написала ему альбом. Я нашла его номер у кого-то, мы с ним учились в одной школе, в параллельных классах, нет, он младше меня был на год. В общем, я ему написала. Уже тогда вела себя как примадонна. И пригласила его на свидание. А он? А он пришел, и мы с ним пошли играть в снежки. Было очень весело, потом поцеловались. Но все равно ничего не получилось. Почему? Потому что не умели целоваться. Ну что тут непонятно? Скажи мне, пожалуйста, а у тебя есть татуировки? Нет, ни одной. А думала вообще когда-нибудь сделать татуировку? Нет, не хочу. Мне нравится чистое женское тело. А то, знаешь, так вот, если страна FM куда-нибудь наколешь, мы тебя это... Мы тебя просто здесь оставим навсегда. Да. Будешь символом нашего декор телерадиоканала. Такой. Ой, давайте-ка прервемся, нам пора. Да. Опять? Да, но потом друзья, мы вернемся, конечно. Мы же скучаем по вам. Мы все куда-то спешим, не сердца машины, а мой рабочий стол. Далеко не рок-н-ролл, не хватит мысли одной. Сегодня мой выходной, я бы потерял контроль, контроль на ноль. Контроль мой на ноль, ждать не стоит, кажется, мечту узнал. Всегда куда-то спешим, не сердца машины, мой рабочий день пошел под тень, но в общем все равно мне хватит мысли одной. Сегодня мой выходной, и я бы потерял контроль. Контроль мой на ноль, ждать не стоит, кажется, мечту. Слушай, смотри, Страна FM.
Какая подходящая сейчас была песня, потому что очень давно этого момента ждали практически все фанаты. Даже не только твои фанаты, вообще все фанаты в мире. Так, они, даже футбольные. Знаешь, фанаты. Как думали, в 2011-м Лоя начала свою карьеру. У нее яркие синглы один за другим. А когда же будет альбом, говорят все фанаты? А альбом будет в марте. Вот так вот. Как долго ты шла к этому детищу? Очень долго. Прям безумно долго. Но сколько лет? Сколько зим? Да. По крупице собирала? Ну, можно и так сказать. Ну, расскажи, из чего... Нелегкая была работа, много песен. У нас будет где-то 17 песен в альбоме. Ничего себе. Да. Могла бы 2 выпустить альбома? Некоторые выпускают уже альбомы по 60 песен. Да? Вместо сразу, вместо 3 один альбом. 60 песен? Да, есть такие альбомы, представляете? Нет, не представляю сложно. Что найдут на этой пластинке? Что я предоставлю там своим слушателям? Много будет лирики, много песен о дружбе, любви, радости, счастье, грусти. Ну, конечно же, в целом я бы сказала, что альбом такой земной, то есть он настоящий, близкий к людям именно по сердцу. Он о нас. Он о нас, ананас. Ананас. Так и называется альбом, да? Как... Нет, альбом либо будет одноименный под названием Лоя, либо вариант еще это Глобель, либо Оля. Но Оля вряд ли. А Глобель это чего? А это такое место у нас здесь между глазами. Третий глазик. Да, третий глаз, типа того. А у тебя работает третий глазик? По ходу дела, когда я пишу песню, он именно и работает. А так вот в честь чего назвали мою одноклассницу. А мы ее дразнили. Глобель. Была такая одноклассница? Я надеюсь, это... Напряглись. У тебя что, одноклассница Глобель была? Да нет, нет, нет. Так, сейчас мы вплотную приближаемся к моменту твоей премьеры. Я так понимаю, что это песня, которая вот прям... Из печечки. Всю душу ты в нее вложила. Я вложила ее, исполнив, но на самом деле автором этой песни является мой близкий друг. Вот это да? Да, певец Базиль. Он мне ее написал. Ага. Он старался. Наш друган тоже, да? Был у нас в гостях Базиль. Да, хорошо постарался. Да, он хорошо постарался. Я очень ему благодарна за это. В общем, мы вместе, можно сказать, сделали этот классный продукт. Ух ты, прям ты умеешь заинтриговать. А Базиль у нас, кстати, через недельку, по-моему, будет в концертном зале. Да, да, вот так привет что... ему передадите. Хотя мы с ним мы и так 6 числа увидимся на съемках клипа. До этого не собираетесь вы с ним спеть? Возможно, почему бы и нет. А, что-то куда-то попали, видимо. А кто вам сказал? Я не знаю. Давайте, давайте, премьера прямо сейчас на телерадиоканале Страна FM. Лоя, разные, слушаем и смотрим, и пишем комментарии в ВКонтакте. И в караоке. И в караоке. Сердцебиение. Ты города и страны сегодня познать, наверное. Разные мы и оттого прекрасны. Разные мы и оттого прекрасны. Проведи, проведи меня по всей земле. В столице сердцебиения, укутана картой вселенной твоей, нашедшая вечное лето.
утро на FM. Все к лучшему. Лоя только что показала класс всем. Крутая песня. Спасибо. Ворвались представители фан-клуба Лои, аплодировали сейчас громко. Очень рада, можно я? Рада. У меня сейчас, подождите, улыбка просто взорвет мои щеки, если честно. Улыбка взорвет. Все, прошло, отпустила? Да. А Лоя нам открыла тут небольшой секрет. Говорит, когда вот клипчик выйдет скоро, я там буду вот так вот делать пятой точечкой. Да-да, будет у нас там и танец будет, и вода будет, но больше я не буду ничего рассказывать. Почему? Потому что съемки пройдут у нас 6 февраля, совсем скоро. Я готовлюсь. Нет, не в проруби. Вода, вода. Хотя можно было бы, но уже поздно, крещение прошло. Поэтому будет так, на площадке. На площадке, в теплой водичке. Ну, нет, я думаю, в холодной, и будут все мерзнуть. Ну, ты там все-таки милая, или ты там все-таки уже сексуальная такая вся? Я там сексуальная, и милая, и сексуальная. Ну, то есть вдохновлялась... И снова сексуальная? Понятно. А потом милая. Ну, в общем, вот такой коктейль получается. Как на празднике, как он назывался? Соцебун. Соцебун. Не забываем, пожалуйста, очень важно. Слушай, очень понравилась нам песня. Спасибо. Я надеюсь, что она будет звучать вообще регулярно на телерадиоканале «Страна FM». И я надеюсь, что когда ты снимешь свой клип изумительный, с танцами, с водой, со всякими прибавыми басами, ты придешь к нам его презентовать. С удовольствием, да. Вообще просто отвечаю. Я перелезу в любые заборы, но я приду к вам. Слушай, мы к этому времени купим надувной бассейн, наполним его холодненькой водичкой, как ты любишь. И будем восстанавливать кое-какие сцены из клипа, которые мы еще не видели. Слушай, я думал, ты купишь МЦК, проведешь сюда, чтобы человеку через забор не пришлось лезть. Хватит платить за МЦК. Виталик Берников пишет: Лоечка, милая, иди дальше, все у тебя получится. Я тебя очень сильно люблю, так держать. Поклонник. Спасибо, Виталик, и я тебя очень-очень люблю. Кстати, вот обнимаю крепко. Не так много у нас времени остается. Может быть, сейчас предоставим Лое слово, чтобы она не только Виталику, а всем своим любименьким фанатикам сказала. У меня очень важное послание. Друзья, для вас обязательно слушайте мою новую песню, поддерживайте для меня. Это очень важно. Поэтому заказывайте, пишите, звоните, постоянно включайте «Страна FM». Да, у нас есть программа по заявкам. А я вас очень сильно люблю, обожаю просто всем своим сердцем. Вы все, что у меня есть, самое главное и самое ценное. Вот так, друзья. Такое услышишь не каждый день. Я думаю, что это заслуживает аплодисментов. Давайте нажмем вам на кнопочку аплодисменты после этой речи. Лоя, вот так. Так и должно быть. Спасибо тебе огромное, спасибо, что вам пришла. Было очень приятно с тобой пообщаться. Друзья, ну, мы прощаемся с вами. Да, прощаемся. К сожалению, приходит этот момент расставания. Мы желаем вам всем хороших выходных. Эти 4 часа вас развлекали. Валерия Майорова, Кирилл Саков. Потом Лоя пришла нам на подмогу. Мне кажется, получилось все очень весело. Спасибо тебе большое, что ты была сегодня с нами. А прямо сейчас вот будет играть другая песня, не Лои. Давайте отдадим эфир Вере Брежневой. И пока-пока, друзья. Пока. Пока.